Первый класс с полным рюкзаком. Школьницам Есении, Ярославле и Давлетгареевым вручили портфель с канцелярскими принадлежностями. Подарочный набор первоклассницам дают в рамках социальной акции Московской области «Скоро в школу». Красавица, дайте возьму ручку. Можно тебе ручку? О, красавица. Это тоже такой рюкзачок. Кисти, тетрадки и альбомы для рисования. В подарочном наборе первоклассника есть все для творчества и уроков. В стремлении к знаниям Ярославе и Есении можно только позавидовать. Девочки так сильно хотят в школу, что уже самостоятельно научились читать. Твой первый день Чтобы получить подарочный набор первоклассника, родителям необходимо подать заявление на портале госуслуг. Супруги Давлетгареевы в акции приняли участие во второй раз. В прошлом году Вике подарили очень красивый портфель, тоже со всем наполнением, все было. Вот. Мы даже этот портфель еще не использовали. Вот. Она хочет его в этом году с девочками вместе пойти втроем с тремя новыми портфелями. Вручают рюкзаки тем семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума по Московской области. У Давлетгареевых пятеро детей. Для супругов бесплатный портфель с принадлежностями – значительная экономия. Во-первых, мы все работаем, у нас, как обычно, не хватает времени. Я считаю, что это большая помощь каждой семье. Начинаешь набирать и портфель, это тоже стоит очень дорого. В рамках акции рюкзаки подарят еще 142 люберецким первоклассникам, а их родители получат выплаты в размере 3000 рублей на покупку школьной формы для детей. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.